проехали 2287 миль до этого городка. Сняли очередной номер. Город Линкольн, по-моему, в Небраске. Здесь ванна, туалет, как обычно. Снимали не то, чтобы там было что-то комфортное. Просто, во-первых, чтобы недорого было. Во-вторых, чтобы было 6 спальных мест. Две кровати и диван. Он раскладывается, кровать тоже. Ничего лишнего. Здесь наши вещи все раскиданы. Холодильник, микроволновка и шкаф для вещей. Можно повешать платье. Гладильная доска, утюг. Стандартная. Маленький кофемашин. Ну, в ванной комнате стоит. Ну, она такая паршивенькая. Не хватает у нее силы паром заварить кофе. Этот номер стоит 144 доллара. С налогами. Все. Уходим с гостиницы. Очень хорошее было. Отдохнули с кондишеном. Прохладненько. О, на улице. На улице жарко. Благо ветерок. Ну и сейчас утро, 8 часов. А уже тепло. Вот такая гостиница. Comfort Suites. Все. Заводим наш пикап. В Небраске, город Одесса. Тоже часть истории. Городок такой небольшой. Одесса в Небраске. Вот после него там несколько миль проехали, заехали на заправку такую деревенскую, на Тракстап. Примерно так все это выглядит. Самая дешевая солярка в Небраске. $2.56 за галлон. Мы сейчас $100 дали, посмотрим, насколько выйдет. 2.56. 91 доллар, 35 галлонов с половиной. Все, поехали дальше. Едем по Небраске сейчас, по штату. И у них вот дороги бетонные. Кое-где ремонт видно. Какой слой бетона и все такое. И вот сотни-сотни километров бетонные дороги. Я не знаю, сколько миллионов кубометров ушло на все это. И все это еще вдоль прорезано, чтобы влево-вправо не заносило машины. Это все бетон с двух сторон.